Всем привет, с вами Игорь Линк, мы находимся в Шанхае, в отеле, где расположился Рухаб, и у нас выдалось пара выходных перед мейн-эвентом, поэтому давайте посмотрим, как же наши ребята готовятся к нему. Мы находимся рядом с самым аналитическим номером нашего отеля, потому что здесь живут глава студии аналитики и ее ведущий NS и Факер, соответственно. Давайте посмотрим, как же они готовятся к предстоящему ивенту. Привет, ребята. Я смотрю, тут у вас очень мило, аккуратно, чисто. Что делаете, работаете? Ну, вот так немножко, да. О, Ваня. Что делаешь? Ну, я все-таки ведущий студии аналитики, и мне нужно поддерживать разговор в нашей студии, поэтому я придумываю интересные темы, ну, чтобы и аналитикам было о чем поговорить, и зрителю было интересно и кайфово следить за нашими трансляциями. И много ты тем придумал? Ну, хвастаться, конечно, не хочется, ну, плюс-минус там 50 есть интересных тем. Неплохо, продолжай, молодец. Да, это идеально. А что там у Ярика? Ярослав, что ты делаешь? Ну, я все-таки как глава студии работаю над идеями, думаю, как вот улучшить контент. И много у тебя идей? Ну, парочка-то точно есть. Ну, я смотрю, контент наш станет еще более качественным. Хотя, казалось бы, куда еще более качественным. Привет, Каспер! Чё, как дела у тебя? Чё делаешь? Расскажи нам всем, очень интересно. Да, здорово, все замечательно. Вот часто зрители жалуются на то, что комментаторы плохо владеют игрой, и поэтому решил заняться чем-то полезным. Прокачиваю свой личный скилл. Понятно. Слушай, это очень здорово. Я прям чувствую, как качество комментирования на Рухабе растет с каждым днем. Хотя наши комментаторы и так самые лучшие. Спасибо вам большое, что работаете для нас и не щадите себя. Ну а мы отправляемся в следующий номер. Ну и давайте посмотрим, как же дела у нашего главного работяги. Отправляемся прямиком к номеру Жотма. Так, это, кажется, туда. Да, вот этот самый номер. Ну что ж, давайте Знаете, мне кажется, что мы не будем лучше к Жотму заходить как-нибудь в другой раз, потому что он действительно занят. И самое время навести человека, который со своей GoPro пролезет куда угодно и снимет для вас самый эксклюзивный контент. Конечно же, я говорю об Александре Хитрове. Вот его номер. Ну что ж, давайте зайдем, посмотрим, чем занимается Саша. Привет, Саш. Как дела? Слышал, ты у Лоды интервью брал? Чё, как там? Привет, да, слушай, так себе дела, что я посмотрел фидбэк, и все про мой английский столько ужасного пишут, и я решил вот прям здесь подучить английский. Ну, правильно, ты не расстраивайся, английский — это такой предмет, его всегда можно изучить, никогда не поздно, и в любой работе пригодится, так что давай, желаем тебе успехов. Пойдемте дальше, наверное. Perfect English. Ну и напоследок давайте заглянем к любимцу публики, к Володе ПГГ, и посмотрим, что он делает в эти выходные. Вова, а что ты делаешь? Я изучаю статистику группового этапа, чтобы дальше радовать вас своими прогнозами и стать лучшим аналитиком турнира. Ну, похвально, похвально. Слушай, ну я желаю тебе действительно стать лучшим аналитиком турнира. Ты, судя по всему, этого заслуживаешь больше, чем кто-либо другой из тех, кого мы сегодня видели. Кто бы мог подумать, а Вова ПГГ оказался действительно самым трудолюбивым сотрудником... Вова... Мое. Как вы могли убедиться собственными глазами, все наши таланты работают над улучшением качества контента, не покладая рук. В том числе и ваш покорный слуга, меня зовут Игорь Линк, увидимся на мейн-эвенте, который, к слову, начнется уже буквально завтра. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, всем пока! Сняли? Да. Сейчас пожимать бы. Спина отвалилась.